То, что ты сдохла сейчас от бомбы на перебежке там или высунулся, это твои проблемы. И для чего метки ближе выносят? Чтобы тебе не приходилось долго бежать из-за глыбок. Поэтому прячешься там, где ты ближе бежишь до точки, где надо. Ну, по идее, в ХМ должны успевать после глыбы, ну, топовые танки, успевать после глыбы сразу вставать в место. Потому что она пока пролетит, и можно добежать до этого места. Да, она все быстро правильно. Пролетает. Мы ставим специально наперед метку рядом с местом, где должен стоять танк, чтобы она недалеко бежала. Если ставить их близко к ступенькам, то она не будет успевать прибежать туда, и босс будет. Ты видишь, ближе. Ты по-своему словам я поняла. Ты подумал, что надо прямо сейчас к тебе бежать. А надо было после последней бомбы. Так что, блядь, не надо с больной головы на здорового перекладывать. Ну вот, если тебе нужно уточнить было, значит уточняй. Две не отшокнула. Вовремя, ладно. Четвертое еще спугнет. Упала, выбегай.
да, стопать надо. Зачем стоп? Там все успевается. Пойди, пойди от дыхания. Беги, малышка, беги! Просил танк, давай, танк просил. Я даю, я даю. Вы чувствуете, как летит... Прием на сны пропнул. Взрывает. Я освобожден. Чего спросил на меня то? Мне три раза подряд, по-моему, освобожденку давало. Или два точно было. Двадцать пять, вроде. Да, 15.
Я знаю. Да, я кидал. Щитки не мог кидать. А до пересы много времени еще было? 4 минуты. О, сопрот, выпьем и убьем. Ну, дай мне сопрот, не дай. Дайте трейд. Ну, в смысле, продайте или дайте что-нибудь, у меня нет. ДПС у нас головой даже не прихило. Дай, пожалуйста, ага. Спасибо. Вы можете, правда, давать Геру, когда просаживается рейд просто в ноль, блядь, но это тоже смысл. Лимон где-то стоял, я не знаю, блядь. Своим хп даже не поднимался. На 8к хп. Там может они сейчас нас меньше будут за счет сопротов хилить, типа шифтных. Медведь, ты каким правосудием играешь? Тоже давай я хиловым поиграю, слышишь? Давай хиловским поиграю. Хиона, ты желтым играешь? Ну давай. Ну что-то я на этой фазе просел по хп. Ой, по ДПС. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! МП нет, минута на хп. МП тоже хп. Мастера. Освобожденка.
Значит, Вика обморожение 80 так идет. Забежали быстро, быстро забежали. Тебя не успел. За ВСК стоял. Вот это вот проблема как раз есть. Я бафнул. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Чё так стаки быстро набираете? Даже у меня тут набирают, не парься. Резко не забавно. Трепещите, вы чувствуете? Только сакра спасла тебя. Далеко не заходить на лестницу, чтобы долго не бежать, блин. Ну вот, смотри, блин. Назад. Да вы можете вообще на ступеньках стоять внизу. Стоп, стоп, по правой, стоп. Успех ушел. А теперь почувствуйте всю мощь господина и погрузитесь в отчаяние. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Слишком быстро, блядь, не знаю. За 5 стаков. Прохил мозг. Читаю, читаю. Гермасный. Ну, ёпта, 8 стаков, алло. Не скинулись, я ебал. Падают, 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 падают листья. То ли у вас прохилом что-то не то, то ли, блядь, я не знаю. Вы стаки вообще не скидывай. Ты хуба раньше умирает, слишком ваш... рано убиваем, блядь. Тогда можно поставить только Ратрика и Вара, блядь, на глыбы одного, нахуй, остальные на боссе пускай сидят. Ну да, что-то вообще быстро мы эти глыбы сливаем со скоростью ветра, бля. Там уже 6 стаков, пока вторая. Алиса, а что ты не скинула? Тебя притянуло, что ли?
Да. А что ты прячешься за глыбы? Да вас там половину реза притянуло. Как вас притягивает, не пойму. Я отошел взорвать два стака освобожденки, меня притянуло. То же самое. Я могу и сам посидеть на свете. Мне кажется, если в рейде взорвешь два стака, будет меньше ущерба. Ну да, мне легче. Дайте прод, пожалуйста. Да не, он самый лучший. Да. 5 минут. Подожди секунду. Линканите свой гимн, я ID посмотрю. Так, ID есть. Хорошо. Потом все запишу. Холи Кристоф, оно уменьшается, правда, когда? В талантах. Я не знаю даже. Наверное. По 13 как ты тут, Кристоф? О, 14. Так быстро стакаются-то, блядь. Повезло сейчас. Ты вообще не пробивает лимон, что ли? Я баба уже жму, чё мне там. На глыбе, а не. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь
Блин, нормально. Первый трай она так не вешала быстро статуями. Есть гимн. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Куда вы так вверх пошли все, блядь? Упуститесь ниже. Сейчас протяжка будет. Даю, дал. Не разбивай метку, стопа метка. Хилю его. Поможешь, Войт. Отдаю им на хп шансона. Лимона похил. Лимона. Сейчас все освобожденка. Тяжко будет или нет, да? Стоп, поглыбись, я хилю. Лимона. И Винар. Теперь бессильно!
Чё думаешь? Ревностная на каждом трое. Вот, мой, ты в танке спектишь. Тёши в 12 сек. Подашь по нах. Давай. Знаю, дам я там 6800 или не дам. Засекай еще, засекай. Я обратно иду. Если что, каптефа с росмотом 5-4-5. О, турбо пришел. А жизни цвет. Ну понятно. Ну тебя просто. Тогда, Медвей, ты на боссе сидишь. Я с Дыгдымичем буду разбивать глыбы, а то быстро разбиваем, блядь. Да, давай. Чё, я флешки не закидывал. Могу. Что еще раз? Флешки возложения рук смогу сделать. Я могу на танка вообще кидать щиток. ОПД. Второй фазе. Поставь миликов в одну пати, пожалуйста. Так шо, медведь, шо бафы? Ну ты каски, давай. 5, там же. А можно мульти, мульти прохиливать, можно к миликам мульти, или ты хочешь как хилам? Блять, моя джага на хп прохиливает вас от Урдорана. Так а она он весь рейд хилит. Да. Нет. У меня выскакивает, что, блядь, только мою пати. И она хилит милишников. А не РДД. Хантов вроде тоже. Точно не помню. Так, лапу киньте. Каску дайте. Сопрот кому-то нужен, обмен даем. Очень быстро кинула этот стрим.
Да ну нахуй эти стаки заебали. Возле меня тусуются люди, я пытаюсь. Вы так далеко ходите, блять? Блять, вам сказали, стойте внизу на нижней ступеньке, нахрена вы залегаете? Вы что, в театре, что ли, они? Я говорю, стаки взорвал. Далеко стоите. Стаки взорвал. Это хорошая идея, блядь. Зато не сдохнешь, еб. Чё с хилами? С тобой по-хорошему хулипало, конечно, но, блядь. Я не пойду с мягкой пройти вон. Ну а чё хулипало, Хулипало через частицу хилит и не парится вообще. Да. Нормально. Лимон, можешь замерзнуть, он. Не могу. Огёшь. Правый стоп. Стоп, глыбом вообще. Я ману Регине, пошли вон. Так это больше денег. О, сейчас зарегенишь, блядь. Это не я регенил, блядь. Это я нарегенил. Я ж тебе говорю, глыбы очень сносятся, когда у меня 2-4 прок нахуй. У меня по половине хп сразу.
Я тут правосудие дал. На двух хилах. Беги, малышка, беги! Вы чё, трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Заебал. Что ты, обнадеть? Толку с того раскола вообще не знаю. Чё, я больше дамажу? Ты, да, я не... Крита у меня нету, блин. А левый стоп. За спиной. Так, в центре, посередине. Это третья. И слева в центре. Добиваем. Там за два БДК танка, о. Успокойся, ты нахуй так танчится. Протяжка не убивает, что ли? Я бабу отнял. Протяжка не убивает, потому что ДЦ щитки есть. Мастер, я бабл жму два раза заходит, чтобы ДПС не терять. Бабл или БЗ? Бабл. Жми БЗ. Левой 100%. Да я сейчас ёбну и будет меньше. Я уже тоже ёбну. Не бейте. На двух хилах. Фридом Павинар. Дал же, блядь. Не прошел. Прошел. Не разбивай пятика глыбы. Мульти налево. Мульти. Иду, иду, иду. Скинул астаки. Нет. Еще влево, атаки.
Нам бы глыбу разбили, не? Ой, заебись. На Алисе. Нет. Мультя, отойди нахуй. Помогите разбить. Невер. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Да еду. Стоп, поглуби. Давай, Берн, нет? Сейчас сдохну, блядь! 19 кхп. Never, центр. Лево. Центр, never, блядь. Меня собрало. Гим на ману дал. Не взрывайте стакина. Алиса, Алиса. А кто хлопает, ёбана в рот. Хлопки пошли нихуёвые, блин. Кто стаки нахуй набирает опять? Так, третья фаза. Мосса, блядь, 97к. Невер, блядь, 146к. Походу, это на мне только что были, а ну посмотри. Нет, Шансунг, Невер Слип, нет. Чё, мне потанчить? Да, может. Тогда может на мне, да. Слышь, чё говорю? Слышь, медведь жирнее, давай ему. Давай, он потанчит, ты будешь ДПС, и ты мне дашь крит 5% задрал. Давай, поверили, похуй. Да. Минус 3 сразу, блядь. Ебать, а как ты столько стаков набрал, блядь? Ебля, я что-то провтыкал, начал хилить. Чем могу помочь? А чё, тебя в ДБМе не пишет, нахуй, не орёт синими буквами, что у тебя стаки? Сколько мы за сегодня убили, ну? Да не можешь быть, мы убьем, надо еще два босса убивать. 8 убили, да? Надо еще Синдру еще 2 убить. А там же бисовая пушка на танка падает с вами, да? На протовары. Ну чё, мне спехнуться или ты сам потанчишь? И он... Королева, о. Ты серьёзно? Сланы падает маунт нахуй? Да, анрол.
Бля, чё, печать у меня забагалась, ёбаные усики. Как она багается? Легко и непринуждённо. Надо слэшер его писать, сука. Вам удобно, да, я смотрю, ко мне рывками возвращаться. Блять, та этот нахуй, забагалась печать. Сейчас релоу буду прописывать. Так я и ждал этого. Нет, гружусь. Я догадываюсь, почему таймер багает. Нет еще. Успокойся. До притяжки должен. Вот, гружусь. Таймер багается из-за того, что у нас много ДПС, и он сразу улетает. Да. Почему-то тут так пашет. Давай, блядь. Нормально. Заебись, начала. Ну, работать, блядь. Догоняй. Да хуй ты догонять. Вы чувствуете, как трепещите смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Ну, знаешь почему. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Лужу вообще не стелите. Сорок 5% все равно. Мосса ближе стань. Спустись ниже.
вторая фаза. Да. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. В центр уйдите. Вся притяжка будет. Не развивайте глыбу. Медведь, ты чё там? Баба. И два лимона поможешь разделить клубу. Танк просаживается, алло. Центры, уйдите. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия. Сука. Теперь бессильно. Я дал, все нормально. Ну, кастуй за. Руки. Навер глыбе центр. Подальше, подальше. У меня освобожденка на... Кацунг. Бля, а я... Нормально. Был, только что был, только что был. Хилю, блядь. У меня освобожден. Нихуя себе взрыв. Конце он кинул Невера в глыбу, мне дал освобожденку. Хилов щита нету. Да, там Мосу вытянул, он не успел убежать, как я понимаю.